На стадионе СКС состоялся товарищеский матч между СКЧФ «Севастополь» и ялтинской «Жемчужиной». Ничья 1-1. Также товарищеский итог. Гол забил из наших Максим Назаров. Главный тренер СКЧФ «Севастополь» – известный специалист футбола Сергей Диев. Президент ПФЛ России Андрей Соколов сообщил о том, что решено допустить выступление во втором дивизионе южной зоны команды СКЧФ «Севастополь», ТСК «Симферополь», «Жемчужина Ялта». Ждем решения РФС о включении в Российский футбольный союз Федерации футбола Севастополя и Республиканской Федерации футбола Крыма. Но что немаловажно, могут последовать санкции ФИФА и УЕФА. Процедура аттестации клуба второго дивизиона ПФЛ ФК Сочи. Матчи Кубка России второго дивизиона пройдут 1, 8, 16, 29 августа этого года. А первый матч уже должен состояться 5 августа. СКЧФ Севастополь, Жемчужина Ялта. Но по понятным причинам, видимо, этот матч будет перенесен. Владимир Милянский, Дмитрий Воробяк. Программа «Наше время».